Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вот такой вопрос: как отличить человека с его способностями? Как распознать вот именно такого человека? Знаете, у каждого есть свое такое некое биополе, и находясь где-то, может быть, недалеко вот от таких людей, вы чувствуете, вот, знаете, как бы, ну, подсознательно, что некая энергия, да, возможно, ну, вот чувствуете такого человека именно своей душой, своим вот таким вот как бы биополем. Да, это опять же, насколько вы сильны, насколько его биополе сильнее вашего, да. И второе, это, конечно, глаза, это взгляд. И когда вы встречаетесь глазами, допустим, с таким человеком, вы чувствуете, ну, что как бы он знает нечто большее, даже именно про вас, такое внутреннее ощущение, что этот человек, ну, про вас вот именно что-то знает. То есть оно вот как бы внутри, оно есть и оно остается. Вот, дорогие, то есть здесь не то, что как бы по одежде, по какой-то, или там, по каким-то аксессуарам, там, по кольцам или еще почему-то, по какому-то такому вот антуражу. Нет. Именно вот внутренние ваши ощущения, то есть и вот внутреннее ваше чутье, оно не обманет никогда. Вот такие, наверное, особенности отличия. Мое личное мнение, возможно, я не прав, но вот именно мои наблюдения какие-то, то есть они говорят вот именно об этом. Счастья и радости вам, дорогие мои. Ну и, конечно, осознание всех процессов, которые происходят сейчас здесь, в этом мире, возможно, и не только в этом мире.